плохие новости. Герой погибнет в начале повести, и мне останутся. Привет, Федор. Тупо ворвался. Я еще даже не успел ничего настроить. Боже, пока оставлю песенку, потому что пусть люди еще подтянутся. Уведомление пришло, ничего не знаю. О, господи, хоть где-то они работают нормально. А то вчера сидели на стриме у Наташи, у нее где-то уведомление пришло под конец стрима, после того, как она простримила 2-3 часа, я такой в шоке был, думаю, да. Твич, конечно, супер. Твои дела. Твои открытки я получаю. Ты расскажи ему, как я скучаю. Любовь, как случайная смерть. Ой, это хорошо, что отлично. А что хочешь делать? Почему появилось желание? Мои, да, тоже неплохо. Я, правда, только немножко расстроился, что Паша так рано закончил. Я вроде старался даже не в 12 подняться, чтобы успеть к началу там стрима. Я уже боюсь сказать к самому подругу. Но все равно. Зато появилось время постримить днем. Не сидеть до ночи. Хотя все равно мне кажется, что я ебанутый подрублю сегодня ночной стрим на ДБДшку, потому что, по-моему, сегодня выходит. Ой, первая страница архивов. Так сказать, позанимаюсь фигней, вспомню, что такое. Ты же не знаешь, почему рано отрубил? Нет, знаю, я зашел к нему, он. Можно сказать даже, что и сгорел с того, что с обновы в ДБД добавили какие-то микрофрезы. Так понимаю, разрабы, как обычно, все сломали. И его это дико раздражало. Ну, невозможно играть ни на киллерах, ни на сурвах. Сам вчера играл, знаю, подбешивал. У него поэтому пропало настроение. Он сыграл одну катку в Мортале, потому что Келс денежку задонатил, ну, чтобы послушать трек. Ну и на этом закончили. Так, как в это играть, я уже забыл, честно говоря. Тем более, что это последнее дополнение. Я не знаю, пройду ли я его вообще за стрим. Так, тут управление обычно слетает. Да. Ненавижу. Ага. Понятно, там у меня уже мобот кошмарит. Ладненько, потом этим займусь. Желание, что нет желания что-то делать, потом оно пропало. Но это хорошо, что восстановилось желание что-то делать. Главное найти, чем себя занять. Вот. Мне страшно. Это типа ДБД 2.0 получается против ботов. Что ты такое слышал?
Да ладно, бывает, ничего страшного. Эксплуатационные испытания системы STEM. Предмет эксперимента. Процесс выхода из STEM, проведенный с привлечением подопытного визерса. Необходимо оказать содействие подопытному отцу, спасение его подопытной дочери. Организация Мёбиус. Я надеюсь, что нормально слышно. Ваша дочь находится внутри системы STEM. Она подключена к ней и не может самостоятельно из нее выйти. Чтобы освободить ее, вы должны также подключиться к STEM и ликвидировать всех остальных подопытных, будучи внутри системы. Ваш облик в системе STEM будет не в тем, в котором вы привыкли, но для вашего же блага вы сами в этом убедитесь. Привет, Наташенька. Привет! Надеюсь, твой сосед умрет. Не осуждаю. Под влиянием STEM память вашей дочери будет постепенно стираться. В конце концов, она станет одним из тех существ в системе STEM. Так, я надеюсь, у меня микро включу. А то просто я смотрю, что у меня капс есть. Мы окажем вам поддержку, но вы должны действовать, пока не произошло непоправимое. О, это Майра. Так, одну секундочку. Я пока альта одну. Вот так вот сделаю, чтобы мне не морозило клавиша глаза. Все, я ничего не трогаю. Игру нормально вам слышно или сделать погромче? У меня просто не свои наушники, у меня от телефона, которые левым я очень-очень плохо слышу. Я свои отдал пока маман, пока она работает. Так. Я какой-то маньяк. От первого лица играю. Не, ну точно ДБД. О. Так. Сейчас слышно хорошо. Все. Замечательно. Директива Мёбиуса 0.1. Установить синхронизацию. Последний подопытный успешно внедрен. Пройдена синхронизация с сейфоголовым существом. Вы можете использовать нашу несущую частоту для поиска остаточных следов сильных эмоций. Новые директивы будут передаваться и размещаться в пространстве эксперимента. То есть я ищу свою дочь, и для того, чтобы ее спасти из стема, мне нужно ликвидировать всех подопытных здесь. А я буду находиться в обличии сейфоголового. Ладно-ка. Идите к особняку Викториану. Ну, спасибо. А у меня будет тут зеленый гель? Я могу тут бегать? Я могу бегать. Подождите, я посмотрю, что здесь. Обычно тут лут какой-то прячется. Здорово, Димочка, в чем смысл данной игры? Привет, привет, Black Mirror. Блин, прости, я не знаю, как правильно читается твой ник. Так. The Evil Within вообще это хоррор про детектива Кастеланоса, но мы сейчас проходим последнее дополнение. Это Палач, The Executioner. Вот. И смысл данного дополнения, как я понял, то, что мы играем за некого отца, который система STEM подключил, которая Mobius, господи, я уже заговариваюсь, компания Mobius подключила его к STEM, чтобы он ликвидировал всех подопытных и спас свою дочь тем самым. Ой, Пашка Соманака, здорово. Тот аккаунт слетел, потому что мыла почту, написала, мы у меня взломали. Так, а это кто? Это кто? Потому что у меня диссонанс и плохая память. Я могу не узнать. А, понял. Никитос, все. Ну, знаешь, у меня много подписоты. Я всех по никам помню, а Black Mirror Q впервые вижу. Прошу прощения. Ну как много? 161. И то там половина мертвые. Где-то только процентов 16 активничают. Детектив Коннелли. Что мне нужно делать?
Швырните врага, бейте врага, пока не оглушите его, затем схватите его кнопкой С, затем снова нажмите С для броска. Так. Ничего. Я его еще не оглушил. Ой. Казните. Бейте противника, пока не оглушите, затем пройдите казнь на R. Как это вкусно. Только я тебя так назвал? Нет, нет. Меня обычно еще так Данил Блединыч называет иногда. Сдерживается 2 часа назад. Ну, так я видел, у меня же на почту все приходит. Я за всеми слежу. Пепега-головы, да, это, короче, лучше, чем наш пирамида-головы. Ищите свою дочь. Угу. Ну вот, допустим. Письмо. Дневник дочери номер 1. Папа, доктор сказал, что ты придешь и спасешь меня. Когда же ты придешь? Тут повсюду чудовище. Я с ума сойду. Коробка головы, да? Так. 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 Ой, тут аптечка есть. А, то есть я не могу, у меня нет инвентаря. Дневник дочери 2. Те, другие люди, вообще живые? Или мертвые? Ой, знал бы я. Это что такое? Оружие и навыки можно приобрести в магазине. Это магазин, да? Фу. Ловушка из колючей проволоки. Достаточно бросить ее, попавшихся в нее врагов можно казнить. Угу. Динамит. Лучше всего бросать в обездвиженных врагов, к примеру, застрявших в колючей проволоке. Нифига себе. Да, тут все мужчины мои. Да, мы тоже. Повышение максимального уровня здоровья. Уменьшение урона. Общее повышение скорости ходьбы. Блин, это реально круто. Увеличение урона. Ну, тут монетки нужны. У меня всего 5, а там от 10. Блин, классно. Для смены оружия используйте... Чё? Чё использовать надо? Мне там что-то на польском написали. Я так понимаю, это клавиша V. Ясно. Ладно, ладно, не буду спорить с девушкой, будет бесполезно. Удачного стрима. В смысле? Сумонака — это парень, Паша. Угу, это сохранение. Понятно. А что мне делать нужно? Наверх. Детали опять-таки. Угу. И что мне нужно делать? Импульс, обнаружив скрытые воспоминания предмета, он может использовать для поиска следов вашей дочери. Ну окей. Дневник дочери 3. Я видел дядьку, который убивает монстров. Наверное, мне надо сходить к нему и спросить, что случилось. Он может знать папу, но вдруг он тоже окажется чудовищем, поэтому все свои записки и вещи я оставлю здесь. Найдите файл Мёбиуса. Вот это, конечно, интересно. Вообще ничего конкретного не говорят, куда идти. Просто найдите.
Ну ок. Ага. Директива МЕБОС-02. Ликвидировать подопытного ЦВ-212. Убийца. Данный эксперимент посвящен изучению методов извлечения личности из пространства STEM. Ваша цель – спасти дочь, помещенную в STEM путем уничтожения остальных подключенных подопытных. Подопытный ЦВ-212, осужденный за убийство, полностью подчинен STEM. Ее влияние растет, он нарушает паттерны памяти вашей дочери. Ликвидируйте ЦВ-212, пройдете и проведите оценку состояния девочки. Дополнительная информация. STEM постепенно стирает воспоминания подопытного, а также изменяет его личность, внешний вид до тех пор, пока не подчинит себя полностью. Изучение данных инцидентов Рубика показало, что сущность по имени Рубик смогла покинуть систему STEM и перейти в физическое тело подопытного Уэсли Визерса. Первый этап будет посвящен исследованию эффектов ментальной деградации, вызванных STEM при более типичных способах выхода. Передача информации извне и отслеживание объектов в системе STEM осложняются ошибками, временными задержками. При размещении в любых ситуациях полагайтесь на собственные суждения. Статус подключения 7 подопытных. Подросток женского пола, детектив, один из братьев-близнецов, осужденный за убийство, пациент психиатрической клиники, солдат в отставке, отец подростка женского пола. Я могу говорить Димочка с якобы белорусским акцентом. Ясно. Сейчас, секундочку, можно? Что сущность по имени Рувик смогла покинуть систему Стеф, перейти в физическое тело подопытного Лесли Визерса. То есть Рувик все-таки ушел, он не остался в Стэм. Все объяснит, в чем прик с Димочкой. Ой, я не знаю, в чем прикол. Да, эта игра платная. Мне ее подарили. Со всеми DLC. Ну да, она платная. Я не помню, сколько она сейчас в Стиме стоит. Ой, я могу стулья даже хватать. Вау, вот это, конечно, класс. Монетки дайте мне. Заметив вибрации или звуки, проверьте окрестности с помощью сканера памяти. Нужно травить в сейфах. Дневник дочери 4. Дядька сказал, что раньше он был просто убийцей, сейчас работает убийца-чудовищ. Еще он сказал, что собирает эти забавные знаки и попросил меня их поискать. Но как только я собралась положить знак в карман, он закричал, очень страшно посмотрел на меня. Если бы я попыталась убежать, он бы мог меня убить. Если нет, тоже. Ну классно. Это не монетки, а знаки памяти. Господи, как все сложно. Дом не разрушает. Так не мой мне, похуй. А можно как-то обезвредить с ним? Я могу так... Класс. А можно я хочу посмотреть на это, как пирамиды... Ой, сейфы головы ходят на корточках. Это, я так думаю, контент еще тот. Ну-ка, а на корточках он меня не слышит. Слышит. Чё тебе надо? Как это прекрасно, когда Кастелланос просто боится их, а за этого просто убиваешь все, что видишь. Вау. Тут монетки везде. О, ЦВ-212, нам сюда. Так это не мой, это дом Рувика, пошел он нахуй. А, убийца это садист? Это садист? Где что-нибудь? Ну что? Что? Ничего нет. Окей. Стенограмма подопытного... Стенограмма, прошу прощения. ЦВ-212. Стенограмма субъекта ЦВ-212. Убийца. Ни о чем таком меня не предупреждали. Временная отметка 0.1. Эти ублюдки ни черта не умеют драться. С той коргой, которая запихнула меня сюда, и то было бы прикольнее развлекаться. Какого черта здесь делает ребенок? Я думал, тут зомби безмозглые. Какой еще папа? Что за херня? Я тут ни при чем. Так и знал, что малолетке нельзя доверять, решил прикарманить мою добычу. Какого черта? Я слышал, как кто-то шепчет мне на ухо. Решили влезть мне в голову, думать, вы меня раскусили. Не смейте мной командовать. Куда подевалилась эта милая милашка? Милая, малышка, малышка. Должна быть где-то здесь. Теперь я знаю, что вам от меня нужно было. Вот зачем вы заманили меня сюда. Думаете,
Я подопытная крыса, думаете, взяли меня голыми руками, да я вас всех порешу. Милая милашка, это я, кстати. Дима, что за игра по сюжету? Ты играешь за подопытного отца, который в теле пирамиды Головова должен порешать всех других подопытных, тем самым спасти свою дочь. Сава, еще общаешься, когда она поступила, она... На повара поступила в коляге, но уже закончила, она отрабатывает. Да, общаюсь. Я к ней недавно на день рождения ходил. А в КВК мои пруфы? Ну, по факту. О, я нахожусь в амбаре, где сгорел. Нет. Нет, в этом амбаре был как раз-таки этот урод. Во второй главе. Что это за глаз? Ну-ка. Все, вот так сделано. О, как это классно. Что, хуево? О, а если я, допустим, сделаю захват и кину его сюда? Вау, красиво. Это садист. Здесь должны быть монетки. А что тут наверху есть? Мне интересно. Интересно, я скину, если я его скину с высоты. Я там вижу аптечку. Мне это уже нравится. А! Не надо меня трогать. В рот. Ну что, что ты мне сделаешь? Ты мне ничего не сделаешь. Это Буба, да. Это аналог Бубы или Билли. Мне дали 50 монеток. В магазине теперь можно приобрести бензопилу. Вау, это реально классное дополнение. Мне уже нравится. Найдите файл Мёбиуса. Подожди со своим файлом Мёбиуса. Я так не... А, на мышку можно... Вау, я, короче, могу расставлять минки. Угу. Это все мне нужно покупать. Окей. Я думал на вэшку. Сейчас, я куплю что-нибудь. Так. Ну, я пока этим не пользуюсь, говном. Мне хватает на бензопилу. Хотите, я куплю. Ясно, вот сначала говорит, что она милая милашка, пруфов нет. В смысле пруфов нет? ВК. Как же ВК? А, то есть у меня есть запас. Если у меня... Увеличить максимум. То есть если я их трачу, мне нужно их закупать. Тот же самый динамит, те же самые мины из проволоки, мне это все нужно докупать. Сейчас, секундочку. Вау. У меня есть, короче, бензопила. Мне не нравится, что там 10 стоит. Я так понимаю, это заряды. Сейчас, я еще раз гляну. В меню бензопилы можно что-то покупать, обновлять. Сейчас. А, бензин. Тут есть бензин. Угу. Есть еще ранг. Топливная экономия. Как интересно. Это точно бывает этот заряды. Да. Ну, знаете, мне очень пока что нравится эта игра. Пока что очень-очень-очень сильно. Это дополнение, оно классное. Это как ДБД, только в него приятно играть. Пройдя зал казни, вы сможете получать знаки памяти.
Сейчас мы пойдем в зал казни. Только я посмотрю, что за файл. Ну ладно, я не хочу смотреть пока что. Он по сюжетной миссии. Допустим. Идем в зал казни. Что это за глаз такой? Интересно, а можно врага стулом пульнуть и убить его? Урод. Умер? Нет. Блин. Допустим. Так, бензопила. О, как это классно. А, вон у меня бензин сверху, кстати, есть зелененький, под шкалой здоровья. То есть каждое убийство отнимает у меня шкалу. Хорошо. А допустим... О, как это классно. О, это взрывающийся одержимый был. Давай, Паш, удачи тебе с модерацией. Ответственный модератор, а? Это получается возмещает. Возмещает все мои эти. Как их называется? Миночки, бомбочки. Угу. И то есть я получил монетки. Сколько я их получил? Как посмотреть? Я просто хочу бензопилу апнуть. У меня тут такие мысли появились. Темненькие. Или может урон от этого топора? Топливная экономия, в принципе, есть. Нет, давайте пока сохраним монетки на будущее. Я просто не знаю, что меня ждет. Может, там еще какой-нибудь ништяк дадут. Директива Мебиуса 03. Ликвидировать подопытного ЦВ-207 близнец. После ликвидации ЦВ-212 деградация памяти вашей дочери существенно замедлилась. Можно предположить, что его влияние на других подопытных также нейтрализовано. По нашим данным, ваша дочь в настоящее время перемещается, вероятно, вместе с подопытным ЦВ-207. Это кто? А, это близнец. Ликвидируйте его. Данные этого эксперимента позволят нам проанализировать динамику стабильности подчинения личности системы STEM. Система STEM использует подчиненных для генерации волн, подавляющих память, волю и других подопытных. Эта функция, в свою очередь, ускоряет их подчинение STEM. Для определения влияния, которое оказано на устранение подопытных ретранслятор, на стабильное извлечение подопытного... В требуемом состоянии памяти необходимы дальнейшие эксперименты и исследования. Как все сложно. Слишком сложные слова. Так, ну ок, дочь пошла сюда. У меня с ХП мало, но я не знаю. Я не знаю, сколько дает аптечка. Мне не хочется тратить вот на такую маленькую пиздюшку по здоровью. Аптечку. Просто умер. Давайте понятно.
На. Так, монетка у меня есть. Что тут по комнатам? Это воспоминание. Жалко, что это не дочь. Там, по-моему, есть ачивка на дневнике дочери. Потому что... О, тут что-то должно быть. Нет? Там какая-то фигнюшка светится. Интересно. Вы можете миновать преграду, телепортировавшись к вашему сейфу. О, у меня еще и телепорт, я как Хага. А, боже. Точно. Я же посредством самоубийства могу телепортироваться к своему сейфу. Да-да-да-да. Дневник дочери 5. Здесь что, все превращаются в монстров? Тут появился еще один дядька, высокий. Я с ним погуляла, потому что он заблудился. Он говорит, что не помнит, откуда пришел. Он все время говорит со своим братом, а я его не вижу. Меня это расстроило, и я решила уйти. Тогда он погнался за мной, а когда я оглянулась, он уже превращался в одну из этих тварей. Неужели я тоже превращусь? Здесь все очень странно, как будто бы все, что здесь до меня... Было давным-давно. Близнец. Кто у нас близнец? Был в сюжетной линии за Кастеланоса. По-моему, единственное, что было связано с близнецами, это два огромных близнеца-мутанта, которые вырастили в подземелье церкви. Так, CV-207. Это оно. Нам сюда. Мне кажется, это как раз таки они и есть. Аптечка. Ладно, я не буду хилиться. Стенограмма подопытного CV-207. Близнец. Потерявшиеся дети. Временная метка 01. Братишка, как же я рад тебя снова видеть. Без тебя было... Как я рад тебя видеть, без тебя было просто невыносимо. Я пришел сюда, чтобы спрятаться, чтобы найти покоя. Потому что я знал, что встречу тебя здесь. Да, знаю, мы согласились помочь, но сейчас я не уверен, стоит ли это нам делать. Нет, я меняюсь. Посмотри на мое тело, разве ты не видишь? Но почему не меняешься ты? Знаешь, я чувствую, что это не только мое тело. Наш разум тоже меняется. Как думаешь, для меня здесь... Для чего здесь эта девочка? Вряд ли она работает на них. Этого просто не может быть. Девчонка сбежала. Думаю, мы... Я напугал ее. Это часть меня, которую не я, продолжает расти. Ты тоже это чувствуешь? За мной следит фигура в капюшоне. Это смерть? Мы можем поиграть. Как тогда? В детстве. Ликвидируется Цейна. Да, да, это все-таки те близнецы, которые были выращены в лаборатории под церковью. Угу. Так. Как динамичненько я между локациями перемещаюсь. О, золотая монетка. Она мне 10 дает. Да. Вау. Вот это. А, это перезарядка, ёбаный в рот. Короче, проебался. О, смотрите, сколько я ему наношу. Это ж пиздец. Ай! А, то-то-то-то, как он мне наносит. Не, это какой-то ужас. Ладно.
Угу. То есть, вот так вот просто каждого босса не пройдешь. Тебе нужно придумывать какую-то тактику и прокачиваться за счет того, что ты будешь, да, наверное, в зале казней просто убивать мобов, зарабатывать за счет этого монетки и прокачивать свои характеристики. Это достаточно интересно. Я думал, сейчас так быстро пройдем игру. А ну вон ну как. Так. Ну, мины. Такое себе. Уменьшение урона. Повышение максимального уровня здоровья. Вообще, я хочу себе повысить урон. Так, нет. Сначала, наверное, здоровье. И потом... Потом я добавлю себе урона. Все. Теперь я пойду в зал казни и попробую удачу на мобах. Ясно, тут как-то еще тоже. Ну как я прокачал урон? Уже Кази. Надо еще динамита купить. Всякие там казни тоже поделать. Что такое? Архив. Мучения. Ага, то есть вот если я исполню вот эти вот все 18 мучений, наверное, что-то тоже откроется. А что это? Казнить стоящего врага. Казнить лежащего врага. Казнить врага, попавшего в ловушку из колючей проволоки. Казнить врага на шипы торчащей стены. Расчленить врага бензопилой. Подорвать врага с помощью взрывающегося одержимого. Чувствую, с динамитом будет тоже что-нибудь. Можно казнить врага бензопилой? Нет. Нельзя. Ай, как же он медленно бегает. Иди сюда. Я тебя даже поприседаю. Видимо, нельзя. Очень грустно. Плюс мимо. Только резнулся, тебя уже убили. Их больше, чем в прошлый раз. А, он умер. Что это было? А, я понял, это взрывающийся был. Я чуть не увидел, откуда он выполз. Ну, это завершающий. Или нет? Или не завершающий?
Вот интересно, если я пойду в комнату к садисту заново, я могу перепройти воспоминания? И дадут ли мне монетки с этого? Ну-ка, тут постоянно пригибается. Да, все отлично. Нет, я не могу больше к садисту ходить. Грустно все это. Была комната каких-то воспоминаний. Мне кажется, я там просто зря потратил эти колючки, и мне кажется, Цейн не надо убивать просто тупыми маханиями. Нужно что-то другое придумать. Две динамитные шашки. Ну и где эта тварь? Сейчас я с ней разберусь. А ему здоровье-то вернули. Ёбаный в рот, сколько вас тут? Ну что-то можно было сделать. Я не успел. Что происходит? Ах. Это же не судьба. Все, я понял, как его убивать. Только это перезарядка, конечно, такое себе. Надо скорость бега прокачать. Моему уважаемому палачу. Блять. Там аптечка была. Будет как-нибудь вернуться туда. Все очень-очень плохо. Обзор, конечно, шикарнейший. Я почти перезарядил эту часть. Надо успеть перезарядить вот эту. Почти успел.
Все, короче, я понял, как с ним сражаться. Вот эти вот твари мне мешаются. Как-то от них избавляться? Я без понятия, как это делать. Вот это почти. Есть. Перезарядил. Угу. Начинается. Ой, что? Здорово, Димка, зонтик. Нет, так получилось. Если бы Паша не вырубил, я бы, скорее всего, у него на стриме сидел. А так просто грустно, скучно и делать, в принципе, нечего. Я думаю, блин, нужно подрубить. Зараза. Тут еще ко мне пристал. Вот. Как твои дела, Димка? Надо успеть. Ну, пожалуйста, успей. О! Ну, я не хотел так близко подходить. А можно хилку, плез? Здесь будет хилка? Нет? Дайте хилку! Вот она. Все отлично. Если бы с них не спаунились хилки, блять, он меня задел все равно. А сколько там у него хп? Изи. Ну, там, правда, была возможность как-то его казнить, но меня эти заключенные, конечно. В магазине можно приобрести наивысший ранг максимального боезапаса. Это что такое вообще? Наивысший ранг боезапаса. Где это вообще? Что-то я такого не вижу. Так, я хочу себе уровень здоровья поднять, да? И скорость ходьбы. Как бы это ни странно звучало. Просто он реально, вот когда нужно от босса убегать, или вот от этих заключенных, он реально такой медленный, даже на шифте. Это жесть. Ну, что нужно сделать теперь? Ликвидировать подопытного CV204 детектив. Деградация памяти вашей дочери замедлилась, однако Стэм продолжает подчинять себе оставшихся подопытных. Единственный из них, кто по-прежнему находится в доме, детектив CV204. Получите доступ в соответствующую зону и ликвидируйте его. Дополнительная информация. В настоящее время мы не можем с определенностью утверждать, что смерть подопытного и устроение его влияния предохранят память от деградации. Остается вероятность, что на память подопытных влияет некий неизвестный фактор. Следует проанализировать паттерны перемещения девочки и уделить особое внимание неожиданным феноменам. Подопытный детектив. У нас в игре два детектива. Ну, три, грубо говоря. Кидман, Кастелланос и Джозеф. Кидман почему-то, мне кажется, хрупкая девушка и сейфоголовы как-то не состыковывается что-то. А вот эта дверь. Она всегда была закрыта в особняке, когда я был за Кастелланосом.
Мэри. Что здесь может быть? Здесь может быть какие-то воспоминания о дочери, скорее всего. У меня плюс две мины есть. Шкаф. Спасибо за монетку. Как-то вкусно. Обезвреживать я не умею, да? Можно попробовать кинуть заключенного в растяжку. Мне кажется, тоже будет одна из казней. Иди сюда, сынок. Нет, это не казнь. С ума сойти. 18 казней, я уже не знаю, я прям изощряюсь в методах убийства этих челов. Что это такое? И все равно мне не дают. Используйте сканер поиск. Памяти для поиска по тайной двери. Ну, хорошо. Еще рано. Дневник дочери 6. И все-таки, как я сюда попал? Очень хочу вспомнить, но не могу. Кажется, я лечилась, но почему нам с папой это не нравилось? Он говорит, что Рубен может мне помочь, но сам ему не верил. Все равно, надо попробовать. Так, это мертвые родители Рубика. Ничего нет. Сюда, интересно, можно? Тут, по-моему, было... За Кастелана с головоломка с мозгом, да. Здорово, учитывая, что... Вот я вот эти вот волны вообще не вижу. Я просто наобум это делаю. Потому что я подхожу, и я не вижу вот этого вот дрожи в воздухе, как они говорят. Вы видите легкую вибрацию в воздухе. Нажмите ПКН для сканера памяти. Ну да, ну да. Делаю это на шару и просто угадываю места. Здесь потайная дверь, да. Тут что-то есть. У двери ничего. Отошел от двери на 2 метра, мне эти вибрации в воздухе пошли. Как же это вкусно. Мари. Так, с минами у меня все хорошо. Ну тут что-то 100% есть. Я в порядке. Похоже, с дяденькой в очках лучше не разговаривать. Его смех до сих пор у меня в ушах звенит. Вряд ли он помнит, кем он раньше был. Наверное, чтобы не сойти с ума, мне надо думать о том, что я буду делать, когда наконец выберусь отсюда. Дяденька в очках. Кто у нас в очках был? У нас в очках был Джозеф. И он знал, кто такая Кидман. Вот это я помню. Ну ты, да, сосёшь. Можно тебя нафиг выкинуть из окна? Думаю, нельзя. Получено достижение, нужно уничтожить мозг. Вау. Тут в спальне ничего нет. Блин, особняк такой огромный, мне казалось, он маленький. Серьезно, тут ничего нет? Вселенская пустота. Откуда я пришел? Так, это я оттуда пришел. Тут библиотека должна быть. По логике. Чтоб тебя бросить, я даже не знаю. Тут что-то завибрировало. Забесной молот. Привет, Данечка. Пародия на ДБД, только поинтереснее. Это я так называю.
Это The Evil Within, дополнение. Монеточка. Блин, вот я пройду это дополнение, и что? Что мне делать в игре дальше? У меня только нет достижений на пройденные сложности. А, и одного достижения, по-моему, без прокачки пройти игру. Мне так лень без прокачки. Я пробовал, но это так нудно. Что за сейф на башке? Ну, пирамидка уже была занята авторскими правами, поэтому мне на голову повесили сейф. А, стоп. А, да, сейчас, секунду. Я тут проверю, есть ли тут какие-то воспоминания о дочери. Потому что мне открылась вот эта дверь. И с той стороны тоже. Я просто тупо обошел. Сейчас пойду запасусь лутом. У меня очень много монеточек. Копирайт на пирамид хеда. Так пирамид хед скучный, у него только тесак и все. А тут прям вот смотри, у тебя и мины, и молот, и динамит, и все у меня тут есть. И бензопила у меня есть. Блин, это... Я в принципе могу расход бензина на бензопилу убрать. А надо ли мне это? Уменьшает урон, получаемый от вражеских атак. Сказали, что можно максимум патронов увеличен до максимума. Где он? Я его не вижу. Чем выше топливная экономичность бензопилы, тем дольше ее не потребуется заправлять. Угу. Я могу до 4 раз. Интересно, я думаю, я вот в этом дополнении очень много буду зависать без стрима в новой игре плюс, если она здесь есть, как и во всех других дополнениях. Так, мне нужно наверх. Там, короче, дочь в стену ушла. Мне нужно дверь будет найти. Это психобензопил. Да. Он шикарен. Я буду с бензопилой тоже всех убивать. Тут еще и заряд на нее есть. Мы уже с Федей и Енисеем шутили насчет того, что это буба. ЦВ-204. Так, это здесь. Кто же этот самый детектив? Ну, мне кажется, это Джозеф. Потому что до этого в письме дочери было написано, что человек в очках. Вау, тут магазин есть. Ну я все потратил. Да, это Джозеф, видите, тут он в очках. Please do not kill me. Painful trying cop wearing glasses. Why? When I was gone? Блин, я тут не вижу из-за лол. Perfection. А, перфекционист, который хочет убить себя. Ну да, Джозеф же страдал в основной сюжетной линии из-за того, что его Мёбиус постоянно мучил этим превращением. Он хотел убить себя, застрелить себя и так далее. Этап 5. В ходе четвертого этапа подопытный детектив демонстрировал периодическую утрату самоосмысления, безотчетные суицидальные тенденции. Мы насчитали... Как минимум 4 попытки, то есть он 4 раза хотел себя убить. Также наблюдалась поэтапная деформация тела подопытного. Несмотря на первоначально положительную динамику восстановления, теперь этот процесс развивается в обратном направлении. К настоящему времени подопытный полностью утратил самоосмысление. Внедрение чужого сознания является неотъемлемой частью подчинения СТЭМ. Память подопытного дезорганизирована, речевые навыки минимальны. Это интересно. А как мы будем убивать Джозефа, если в сюжетной линии Кидман его пристрелила? Ликвидируйте Джозефа Лоду. Так, ну-ка. О, боже. Софи, привет.
Боже мой, что с ним стало? Где он? А он сверху. Мне не нравится, что комната такая огромная. Как будто здесь мы будем с ним бегать вечно. И мне не нравится, что Джозеф идет после близнецов. Вы хотите сказать, что близнец был смертельнее, чем... Что это такое? Ой, монетки. Ой, меня кидают с какой-то фигней. Джозеф, иди сюда, сукин ты сын. Как ваши дела? Ой, да неплохо. Вроде бы пока что никто не жалуется у нас. Ну чё, Джозеф? Какой-то фигней поджигает. А-а-а! Что ты взял? Что ты взял? Божечки, кошечки. Посмотри, сколько у меня жизни. У тебя навыки минимальные, цея или цея. Пристрелить себя, что ли? Нет. Как-то он был полегче, чем цей, но посмотрите, сколько у меня жизни осталось. Я будто ДБД смотрю, да, да, мы тоже шутили насчет этого, что это ДБД. В магазине теперь можно приобрести коктейль Молотова. То есть, все оружие, наивысший ранг скорости передвижения. То есть, теперь все оружки, которые были у боссов, могу получить я. Ну, кроме пистолета. Чего-то еще. Я его, кстати, неплохо так мочил бензопилой, и посмотрите, сколько у меня осталось зарядов. Дофига и трошки. Так. А что у меня по этому? 76 монеток. Как вариант, прокачать здоровье, тем самым восстановить себя. Ну, 60 монет, что-то. Бачок не потик, Ярик доволен. Так, 70, 15. Вы знаете, я, наверное, себе меньше урона возьму, потому что меня постоянно просто убивают. Мне грустно. Урон наносимый бензопилой. А где мне восстанавливать бензин, я не понял. Сжигайте большую часть вокруг места падения. Любимое оружие Джозефа. Что-то я не помню, что Джозеф в основной сюжетной кампании что-то делал. Персу хуёво. Так, мне нужны еще монетки, я пойду в зал казни схожу. Как твои дела, Софи? Это обычно, точнее, когда я обычно ночью подрубаю стрим, под меня засыпаешь, и мы редко видимся. Заправку, но уже поздно. Так, то есть у меня коктейли Молотова есть. У меня есть динамит, у меня есть бензопила и эта фигня. Что у меня в теории еще может быть из оружия? У Костеланоса было РПГ, я тоже хочу РПГ. Я слышу, там такая тварь. Вот это. Бля, я не попал в нее. Она меня убьет. Нет. О,
отпуск через месяц, но, видимо, в отпуске буду дома сидеть. Ой, ну, я как интроверт, мизантроп и домосед бы этим был очень рад. Этому, точнее, был бы очень рад. Отпуск зимой. Грустно. Что мне не носит мне урон во время того, как я провожу казнь? Вау. Че, еще будут противники? Я пока все оставлю на босса, пока эти легкие. Можно крюк. У меня, можно сказать, сейчас отпуск, потому что каникулы. Я вам чилю. Я вас совсем не душу, просто так получилось. Блин, здесь еще и материалы можно на халяву. А, на двойной shift он как бы... Ой. Да-да-да, спасибо за напоминание про залипание клавиш, мне это очень нужно. Почему монстр бьет монстров? Я как бы, Дань, этот человек, но из-за того, что мне нужно спасти свою дочь, мне нужно ликвидировать всех подопытных, поэтому мое сознание вживили в сознание сейфоголового существа, изменив тем самым мой облик. Прочую фигню. Ой, у меня есть идея. Что если сделать вот так? И вот так. Сжечь врага коктейля Молотова. Да, это еще одна казнь была. Отлично. Сжечь коктейля Молотова врага, попавшего в ловушку, исключу. Даже две казни я это сделал. Ура! Сколько в итоге казней? Взорвать врага динамитной шашкой? Есть. Сжечь врага коктейля Молотова? Есть. Сжечь коктейля Молотова врага, попавшего в ловушку с колючей проволоки? Есть. Всего 18 мучений, я только половину нашел. Грустно. Что тебе за дочери? Не знаю. Я буду периодически вот так вот юзать эту фигню, чтобы найти с кадром памяти что-нибудь. Меня в какой-то потусторонний мир манит. Знаете что, пойду-ка я засейвлюсь, а то меня это пугает. Я думал, я-то всего-то здесь выйду и все. А, ну да, пошел я нахер. Конечно, там будет закрыто. Точнее, стена просто вырастет. Куда я попаду? Тот же коридор. Как это классно. Откуда здесь мой доктор? Я видел, как он шел по коридору. Доктор? Почему все синее? Здесь я дрался с Лаурой, это я помню. Что-то пугает этот проход, я его, пожалуй, обойду. А, ну да, обойду. Мне, кстати, на голову сейф надеть, и можно в эту игру пускать. Ты будешь, да, не сейф уголовным. О! Ну что ж, время суицида. Печально. Один в один, как этот чел, за которого ты катаешь. Такой же мясничок. Ясно, можно тебя как нового мана в ДБД без лицензионных прав добавить, в принципе. А лол, здесь можно... А, нет, нельзя было обойти. Получим достижение вторжения в дом. Что это такое? За вторжение в дом. Пройдите первый и второй этажи особняка в дополнении. Серьезно? Мы туда не вернемся?
Ну, я тогда прохилюсь, потому что я не вернусь, чувствую. Эх. Ну, в эту игру от первого лица очень непривычно играть, и в то же время очень приятно. Ой, я помню эту локацию, она мне так не нравилась. Потому что здесь такой бред был. Угу. То есть, вот здесь у меня появились новые двери, зал казни и сохранялка. Наверное, я видела целую кучу ужасных вещей, но этого не помню, поэтому мне совсем не страшно. Ладно. То есть вместо особняка я теперь буду в какой-то другой параше находиться. Ладно. Как это не прискорбно. Что мне нужно делать сейчас, Мёбиус? Ликвидировать... Директива Мёбиуса 5. Ликвидировать подопытного ЦВ-205 солдат. Как и в прошлых случаях, со смертью ЦВ-205 деградация памяти вашей дочери замедлилась. Деградация остальных подопытных, напротив, ускорилась. Требуется дополнительное исследование. Одновременно с этим событием открылся проход в центр особняка. Кроме того, мы определили местонахождение подопытного ЦВ-205, бывшего солдата. ЦВ-205 необходимо ликвидировать. После устранения оставшихся подопытных, ваша дочь окажется единственным существом, обладающим какими-то либо воспоминаниями. С другой стороны, остается большая вероятность того, что эти воспоминания будут искажены. Вы получили возможность установить приблизительное местонахождение оставшихся подопытных, однако из степени деградации их памяти можно сделать вывод, что они полностью подчинены STEM. Появление новой области в особняке указывает на связь с сущностью по имени Рувик и предположительно является побочным эффектом ее присутствия. Мы не можем утверждать с уверенностью, что в STEM осталась некая часть сознания Рувика, однако в настоящее время девочка движется строго по прямой в направлении выхода из наблюдаемой области. Это изменение в поведении и с большей вероятностью вызвано влиянием Рувика. Рекомендуется проверить отчеты о прошлых событиях, связанных с Рувиком, а также изучить намерения подопытных по их индивидуальным стенограммам. Сложно. Я даже подчинен STEM, только Steam. Ой, по-моему, большая часть нас подчинена Steam. Ну и в принципе, я допустим, не против. Steam лучше, чем STEM. Хотя... Ну не, я бы монстром стал. Так что нет. Слушайте, солдат, кто у нас был в основной сюжетной линии солдатом? Я не помню. Хоть убейте. Что это такое было? Я не знаю, что делать. Я забываю, как зовут маму и папу. Уже 5 раз забывала. Не могу поверить, что такое вообще можно забыть. Надо сделать татуировку на руке или что-то вроде того. А то я просто уродливый, а там бы еще страх мог наводить. А, кстати, да. Слушай, это хорошая идея. Я тогда тоже хочу в STEM. Я бы тоже тогда страх наводил. Хоть какая-то польза от внешки была бы. То есть, если я пошел сюда, я бы утонул. Ладно. Ну, тут Настя бегает.
Мне очень не нравится эта локация. Она пошла туда. Что-то обронила письмо. О. Все отлично. Я могу подобрать его. Вот Настя мышара проскочила. Да, а я нет. Я слишком толстый. Почему я не могу подобрать? Эй, доктор, ты помнишь моего папу? Дочь, я иду. Я иду, честно иду. Так, аптечка. Магазин. Мне кажется, там кто-то страшный, поэтому нужно готовиться. Бывший солдат. Кто у нас солдат? Да никто. Может, Кастеланос? Но он же не солдат, он детектив. Кто тогда может быть? У меня вообще катастрофически ни на что денег нет. Я солдат. Бафы защиту? Да, я тоже думаю, что лучше защиту. То ебут, как не знаю кто. Все, максимум есть. Потому что мины, этот, не знаю, я ими редко пользуюсь. А-а-а, солдат это садист с РПГ? Серьезно? Стенограмма подопытного ЦВ-205 солдат. Это место похоже на сбывшийся сон. Я здесь вообще не устаю. Могу драться сколько угодно. Эти парни туповаты, но настырны. Вот бы схватить из них армию. Меня уже тошнит от этих дохлихов. Я их убиваю, но они все лезут и лезут. Чую, за мной кто-то наблюдает, но мне так просто не возьмешь. Да, я здесь наворочу все, что хочу. У меня теперь есть шайтан-труба. Держитесь, уроды. Сейчас как бы бахну. Такое чувство, что у меня в голове сосулька. Они хотят забрать мои мысли. Я не из ваших, меня никто не победит. Ура! Шайтан-труба, надо запомнить. Шайтан-труба. А вот страшно, что Натаха солдат. Или же теперь ее угроза о побоях приобретает иной вид. Так оно и есть. Думаешь, что я боялся из дома выходить несколько лет? Мне Наташа сказала, что она рядом с моим районом иногда прогуливается. И что я могу не почувствовать, как она меня убьет сзади. Все, я больше ей дорогу переходить даже не подумаю. Ты что, Дим, сегодня шавуха? Я думаю, да. Только во сколько? Типа, я сегодня могу даже с удовольствием. О, как мне до него добраться? На дно напряжения я не успеваю. С работки моей? Хорошо. Вот ты уёбище. Are you fucking seriously? Как мне это сделать? Ну что, рофлит надо мной? Ну, здесь минов, минок понаставлю. Урод. Только попробуй выстрелить. Блять, я даже не успеваю до него добежать. О, ты серьезно? Ну, давай, давай, попробуй. Я там мин тебе наставил. Попробуй, попробуй, убеги. Вот уебища, как он пробежал. А, серьезно? Кто-то их раздизармил. Ну так, да? Смотрите, как я его точно назвал.
Садись с РП... О! А у меня тоже такая есть. Что теперь? Что теперь, брат? А снарядов триггернулись или так не... А, кстати, да, он стрелял в ту сторону. Возможно, они триггернулись от заряда. Мне казалось, зараженные могли их тронуть. О, можно приобрести шайтан-трубу. Ура! $80 дали. Ура! Найдите файл у Мёбиуса. А это что такое? А, я так понимаю, это этот следующий проход. Да, я очень хотел РПГ. Сейчас я посмотрю, сколько там зарядов вообще. Два? Серьезно? Увеличьте количество реактивных гранат, которые вы можете носить. 100 монеток, да. Пиздец. Ладно, я не буду его покупать. Ну, не, точнее, я не буду его юзать пока что. Я потрачу все на эту штуку. Пиздец. Я чувствую, он мне в новой игре плюс скорее пригодится, чем в основном сюжетной линии. Там есть достижение, по-моему, пройти все дополнение вот это вот без повреждений. И потом я куплю РПГ, увеличу патроны и так пройду. Детектива Мёбиуса 06 ликвидировать подопытного ЦВ-210 псих. Влияние солдата устранено. Кроме того, мы установили местонахождение вашей дочери и следующей цели. Темпы подчинения вашей дочери системой STEM существенно ускорились. Когда этот процесс завершится, спасти ее будет невозможно. Что они меня все так пугают? Вам необходимо найти и ликвидировать подопытного ЦВ-210, пациента психиатрической клиники. Мы не смогли установить, чем вызвано внезапное ускорение системы активации STEM, влияние ЦВ-210 или неким искажением, вызванным Рубиком. Мы получили косвенное свидетельство его присутствия, однако точных данных у нас нет. Необходимо пересмотреть данный инцидент Рувика в свете гипотезы, что сокращает число подопытных, приближает одного из них к ядру системы. Деградация памяти девочки избежать не удастся, однако мы работаем над новым методиком с учетом новейших разработок. Передача информации в подвалах особняка осложнена помехами. Осталось две цели, но получить их точные координаты затруднительно. Это подвал? Псих, это я. Сейчас посмотрим, Дань, кто ты, как ты выглядишь. Потому что я много психов знаю из сюжетной линии. Мне интересно, кто это. Кто этот босс? Может пойти засейвиться, а то я что-то как дурачок все время хожу. Я боюсь, что я умру. Я умирал только один раз от Сейна, потому что я не знал, как его убить. Он такая тварина, конечно. Boss of the Gym, ясно. Значит, наверное, садист. Опять садист, только с каким оружием. Кошмар продолжается, я не помню папиного лица, я начинаю забывать, кто я такая. Кругом одни чудовища, а мне уже, похоже, на это наплевать. Но я все равно хочу увидеть папу. Как я уже заебался тебя искать, надеюсь, ты уже сдохла. Точнее, наоборот. Надеюсь, ты еще жива, потому что... Оно того не стоило бы. Привет, Игорь. С таким нормальным оружием, ну да. Ясно, суицид — это выход. Реально, вот это вот в этой игре суицид — это выход. Приходит оповещение. Блин, тоже поздновато что-то оно пришло.
О нет, это невидимка. Как я пойму, где он? Видимо, одержимого можно обнаружить с помощью сканера памяти. Ну хоть где-то он полезен, кроме как поиск. Ну, вот ты где. Иди сюда. Серьезно, тебя туда нельзя скинуть? Жалко. Пока. Писи. Фолан Руся, привет. Привет. Я надеюсь, я правильно помню имя. Если нет, то не бей. Или бей. Я слышу тут чьи-то хрюканье. Так, тут битва с боссом, поэтому я возьму ту аптечку. Это как субтитры в Овере. Хомячьи письки. Серьезно, я не могу нанести урон этому фигне. Ладно. Блин, я знаю, кто это. Я не хочу с ним драться, честно. Вот можно я уже на этом закончу? Потому что это... Я знаю, кто это. Это Амальгама Альфа. Посмотрите на него. Это тот босс, на котором я, не знаю, я тильтовал просто в своем прохождении. А тут у меня еще нет этого дальнего оружия. Блин, надо было хотя бы один патрон РПГ взять. Ё-моё. Стенограмма подопытного ЦВ-210. Псих сопряжения. Смотрят издалека, пишут свои бумажки. Послание принято. Заглянув на ствол мозга, можно увидеть прошедшее настоящее время совершенного вида. Совершенного вида. Вы это думаете? Я это слышу. Господи, какие странные предложения. Вы поймали мысли, новые кости и мышцы. Те же самые, но другие мысли испускают отражаемые импульсы. Мозговой радар. Мы из них, они в нас. Но он нет. Змея сохраняет форму, но остается внутри. Это сковывает сны. Нет выхода, есть только тоска, вечная пустота. Все становится единым по форме и содержанию. Мы — новое существо, ужасное и прекрасное. Думаю, он забрал мою душу, все равно она мне уже не нужна. Я его маскировка. Нормально, если я уже с боссом в вампирах на ножках биваюсь, то ты подавно его раскидаешь. Наташ, мне пришлось из-за этого босса в основной сюжетной линии ставить сложность пониже, чтобы справиться с ним, потому что реально... Хотя на самом деле я зря это сделал, я просто не нашел ту самую стратегию. Я сейчас понял, как с ним сражаться. Ну, сейчас у меня нет болтов и так далее. Я, кстати, понял, почему он... Все предложения не имеют смысла, потому что... Получив трофей персонажа, было написано, что Амальгама Альфа — это соединенные мертвые разумы других подопытных. Поэтому это, скорее всего, отдельное предложение относится к каждому из подопытных. У меня даже фул БТ, чтобы все... чтобы видели, кто босс в моей хате. Бля, еще и локация та же самая. Это пиздец. Еще чувствую тут невидимки. Вон он. Если вас бросили машину, вы можете отбить ее оружием ближнего боя, нажав F. Класс. А как мне к нему подобраться? Серьезно? Реально, что мне с ним сделать? Я ее отбил. А что дальше? О, тут выходной дают. А, меня не пускают.
мне с тобой делать? Умненький мальчик. Кидай в него зомби. Кстати, как идея. О. Что мне очень больно. Вот там, там есть эти взрывоопасные зараженные. О, я там аптечку случайно подобрал. Эти красивые, кстати, мамы симпатичные. Ты, Данечка, очень симпатичная, хоть я и не мам, но я отвечу на этот вопрос. А, класс, я в него их могу кидать. Ну чё, поиграем в теннис? А, короче, я могу в него машины кидать. Ой, взрывоопасных зараженных. И они ему тоже взрывом наносят урон. И, по-моему, вот когда он становится синим, вот таким вот, надо в него что-нибудь кинуть, и ему станет еще хуже. Ну-ка, го-го, кинь в меня машину, я в тебя ответочкой. Ну-ка. Да, взрыв наносит ему урон. Надо вот эту кинуть в него, он взрывается. Все? Ты такой легкий? Серьезно? Это все? Ничего себе. Это Торбьерн, то тоже похож. Ну, по молоту, да. В магазине теперь можно приобрести наивысший ранг урона от оружия. Прости, что разочаровал. Ну, блин, Данечка, ты старался. Зато ты симпатяшка. Так, чат, ищите свою дочь. Чат, чё будем покупать сейчас в магазинчике? Сейчас я сохранюсь только. У меня дочь в поисках Наташи. Блин, у меня уже чай закончился почти. Грустно. Это что такое? Мне интересно. Так, у меня еще какие-то два оружия дополнительные. Можно прокачать полностью здоровье. Можно прокачать скорость ходьбы. Апнуть последний молот. Мины эти, я их не юзаю. Можно с бензопилой что-нибудь сделать. Можно экономию поднять для бензопилы, либо увеличить урон. Я просто не знаю реально, что, чтобы вкачать. РПГ я не хочу. Максимальный боезапас пока не продается. Не апнуть молоток. Ну, в принципе, да. Пока молоток. Наверное, так и сделаем. Правда, с динамитом у меня иногда не получается. Там даже мне подсказки говорили. Кидайте его в основном в противников, попавшихся в вашу эту хрень. В миночки. Я схожу, пожалуй, в зал страданий. Зал казни или зал пыток, как он называется. Мне тут детали нужны, в принципе. О! Там вот эта штука есть. Я думаю, за нее будет засчитана как казнь. За здоровички. Кидай его себе, ОС. Да какое? Ты мне нужен живой еще. Где?
Да чё они так рано умирают? Я уже не знаю, как их бить, чтобы они не... Они от моих атак умирают. Ай! Ай, отпусти меня! Дрянь. Чё ты отходишь, а? С уроном переборщил. Да, мне нужно кинуть вон хотя бы одного вот в эту фигню. Мне кажется, меня засчитают тут казни. Бля, не, я реально с уроном переборщил. У меня ничего другого нет. А, нет, вот, отлично. Все, еще одна казнь засчиталась. Замечательно. А в клетку можно кинуть? Да, можно, но у меня, по-моему, есть уже похожая казнь. Ну, это не клетка, это она просто... Ой. Надо было вон того кинуть. Его просто разорвет. Если у меня получится кого-то захватить, я так и сделаю. Так, там были детальки, только они вот под этой штукой, что меня напрягает немножечко. Можно я их подберу? Серьезно? А, вот все, можно, отлично. Сейчас я попробую кого-нибудь кинуть, конечно, туда. Но они умирают раньше, чем я. О, успеваю. Да, Димка давно тут сидит. Просто урк. Да чё ж вы все умираете так рано? Ненавижу. Ну чё, он даже меня труп покинул. Так, что-то тут можно было подобрать. Ну это был последний чел. Стажёра стажирует. У меня есть 69 монет. Ладно, потом что-нибудь купим. Пойдемте дальше, посмотрим, что там будет. Директива Мёбиуса номер 7. Следующий этап. Аномальные показания, вызванные Рубиком, более не реагируются. Несмотря на это, процесс поглощения вашей дочери системой STEM продолжается. Исключив Рубика как возможную причину этого феномена, мы имеем все основания предполагать, что таковой причиной является последний подопытный, оставшийся в STEM. Этот подопытный вы сами. Вы вступали в прямой контакт со своей дочерью? Мы передадим данные о вашей дочери, однако не сможем установить ваше точное местонахождение в подвале особняка. Угу. То есть, инструмент мастера. Пройти подвал особняка в дополнении. Ага. То есть я уже и подвал прошел. Что-то я как-то спидраню, что ли, или что? Чё так быстро? СВ-212. Это садист? Лол. СВ-204. И что? Ну это Джозеф, да? Я их, пожалуй, поскриню. Мне очень нравится. СВ-207. Это один из близнецов так выглядит? Серьезно?
Я, кстати, помню этот момент. Здесь я бежал за Кастеланоса от Лауры, и вот из всех этих клеток вырывались зараженные. Но это не, не, господи, никто из них, вот кто сейчас в камерах сидит, не являлся. И здесь кто сидит? 205. Это садист с РПГ, с шайтан трубой. Это кто? Ну, он не похож на Амальгаму Альфа, потому что Амальгаму Альфа это не один. 209. Куда ушел доктор? Все ушли. А здесь я, так полагаю. Ну, смотрите, сейф, это же я. Ой. Ну, смотри, Даня, какой-то красавчик. Тупо отдыхаю. Чил. Что-то тут все прям сразу. Что-то приближается, я чувствую. Думаю, это все. Прости, папа, я знаю, ты старался. Любопытный папа, что? Собрать все дневники дочери в дополнении. Я уже собрал все дневники? Это конец? Серьезно? Вспомните, как мы проходили дополнение за Кидман. У меня два дополнения за Кидман. Сколько у меня тогда стрим был? У меня стрим был 7 часов. А это что? Я еще даже двух не настримил. Финальный босс доча. Либо у меня там будет самоубийство, потому что сказали, что из-за меня у дочери все плохо. Либо реально доча. Я не знаю. Сейчас узнаем. Здоровье, в принципе, можно качнуть. А я увеличу РПГ. Ой, РПГ, господи. Бензопилу. Я, правда, не знаю, как восстанавливать заряды. В овер пойдем. Ой, не, короче, не пойду я в зал казни. Пойду сюда. Следуйте за своей дочерью. Так. Это она? Красиво. Какая-то Алиса из Страны Чудес. А? Что? Непон. Непон. Возможно, это и есть финальный босс. Черный. Пирамиды головы. Куча сейфов в мясе. Детектив Мёбиуса... Ой, директива Мёбиуса 08. Самоуничтожение. Учитывая последние данные, этот этап эксперимента станет заключительным. Мы установили, что один из подопытных присваивает себе влияние остальных после их гибели. Предположительно, это связано с его физическим обликом в STEM или родственными связями с девочкой. Подопытным, которого вы должны ликвидировать на этот раз, являетесь вы сами. Чтобы освободить дочь от STEM и вернуть ее память,
Хотя бы частично. Вам необходимо разорвать собственную связь. Ну да. Ликвидируйте темного хранителя. То есть я буду убивать самого себя, грубо говоря. Доча, держись. Угу. Это мне намек, что нужно делать. Окей. Где этот темный хранитель? Я ему сюда мину запихну. На всякий случай. Это он? Да. У него тесак. Лол, серьезно, у него тесак. А, кстати, вот у меня есть мешок уже в руке. Почему я им не дерусь? Ну давай, давай, иди сюда, иди сюда. О, что за гнилые мувы? О, что он какой-то дикий. Все? Смотрите, то есть я нарушил его сейф, уничтожил, и мой сейф тоже повредился. Зараза, он слишком быстро за счет своего спринта. Пойду-ка я отсюда. Ну, здесь три разные штуки. Он появляется снова, вот. Я так понял, его нужно три раза так сокрушить. Блять, ладно. Этот спринт ебаный его. Ай, как же он меня режет. Ты бись, чел. Умри. Еба мне, конечно, ебальник сломали. Ничего не вижу. Больно. Больно, не больно. О, что это за фигня? Я не успел заскринить такую красоту. Что это такое? Где я вообще? Эта хрень меня ваншотает. Сначала? В смысле сначала? Так, а можно мне вернуться? Я хочу. А, 19 монет. Ну да, ну да. Наивный. Что-то там хочешь купить. Угу. Так, у меня есть динамит. Это хорошо. Знаете что? Я пойду в зал казни. Возьму этот... коктейль Молотова. Хотя бы одну бутылку. Пусть будет.
Встань. Да, я тоже так думаю, Дань. На самом деле это лучшая страта. Я думаю, что можно как-то ему урон нанести. Ну, знаешь, в этом и есть смысл метода проб и ошибок. Это как с тем братом-близнецом. Я не знал, как с ним сражаться. На первом прохождении затупил, но при этом на втором уже понял, и у нас получилось. Сейчас то же самое, блядь, я его просто не вижу. Пиздец. Сейчас так и сделаю. Ну-ка. Специально для Дани. Бах. Кто тут еще? Можно этот глаз уничтожить? Нет. Ой, отстань! Я же нажал shift. Что не так? Что вам надо от меня? Ёб твою мать. Кнопка захвата иногда просто не юзается. О, у меня теперь есть престиж. Нет, уже нет. Чел еще не успел зарезаться, его уже убили. Печально. Это как многие ныли. Вы сейчас сделайте так, чтобы ман только на карту спаунился, уже всех убивал. Подорвите несколько врагов с помощью взрывающегося одержимого. Бра. Вот мне бы тебя... Блин, надо вот, мне кажется, кадавра убить. С помощью какого-нибудь одержимого, и все будет идеально. А, да? Я не знаю, как это сделать. Они скорее быстрее умирают от моего молота, чем 95. Ого. Стонгс. Так. Бинг. Так. Максимальное здоровье. Такое себе. А сколько, подождите, а сколько у меня бег? Бег. 70. 70 и... Бутылка 20. Можно, в принципе, прокачать бег, учитывая, что там будет Лаура. Ага. И бутылочку. Бутылочка — это святое. Сейчас я сохраняю еще. Новый ПК, но денег надо еще заработать. Да, проблемы, конечно, с этим есть. Но ничего. А, меня сразу сюда ТП-шнуло, да? А, да. Ага. Ну что ж. Эх, погнали. Получилось у меня отпрыгнуть. О, он стоит под ними, блин. Я не успел. А нет, успел. А,
Больно. Надо не забыть заскринить момент, где он Лауру призывает. Очень красивый скриншот будет. Я выложу его, жду ваши лайки. Репостики. Где он резница? Угу. Здесь. Ладно. Ну, давай, иди сюда. Рано. Ладно, ладно. У меня есть еще дело пытки. Нема. Ему придется обходить. А можно я ему побэмлю? Поприседаю. Что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? У меня тут аптечка, все, надо не забыть. Это чтобы он не спринтанул на всякий... О! На всякий случай. Ой, ну ты, конечно, мудак, а. Ну ладно. Да, я буду наказан в прямом эфире. Как ему плохо, бедненький. Вообще топ скрин, я еще в фотошопе уберу вот эти шкалы здоровья и будет вообще топово. Не надо, не надо, не надо, не ешь меня. Так. Сразу проверяем, есть ли еще такие штуки. Аптечки, кстати, нет. А знаете что? Я тупо не знаю, куда мне идти. Проблема в том, что я его даже не вижу. А что так долго? Куда мне надо? Это хороший вопрос. Что мне нужно сделать? Где он вообще? Просто мансить от рук 30 лет или что? Что мне нужно сделать? Я немножко не понимаю. Что у меня по оружию? Все, что и было, да? Перезарядиться. Неважно. Точно, у меня же есть сканинг. Да, это имеет смысл, он может быть невидимым. Точно, точно, точно. Спасибо, Даня, спасибо за идею. Ох, обожаю тупить на боссах. На тебе, на тебе. Я пошутил, это пранк, бро. Да в смысле, ты урод? А где? Ёбаный бро. Я не увидел, что оно сзади. Ладно, ладно, это было, она постановила все. Я пошутил. Так всегда, когда ты играешь, ты у тебя как будто мозг отключается, такой просто в упор идешь, такой, надо бить его ЛКМом, никаких тактик не строить. Когда кто-то играет, я тоже так постоянно говорю, надо вот так или вот так. А сам, блядь, тупой будуан.
Надо его здесь просто застопить. Да, 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 расскажешь. Просто к нему. Ой-ой-ой. Да, тупое быдло. Получает по заслугам. Это я про себя, если что. Где ты реснишься? Здесь или тут? Здесь. Окей. А, чтобы он спринтанул ко мне. Сокрушите темного хранителя еще раз. По-моему, у меня этой подсказки не было раньше. Можно я через тебя пройду? Бля. Какой же ты жирный. Течка. Во, изи. Calculated. Класс, там можно было кнопку нажать, я ее нажал. Найдите, тёп. У меня не было этих подсказок раньше. Кстати, эта фигня, по-моему, отпугивает эти руки. Или мне показалось. Вот это нечестно, они просто подо мной появились. Пиздец. Ладно. Ладно, 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 ладно. Я здесь и останусь на этом боссе. Пофиг. Маф на Гензюцу. Не надо мне на Гензюцу. Гензюцы такого уровня на меня не действуют. Я этот. Итати Утиха. Гензюцы такого уровня на меня не действуют. А где он? Ага, вот он. Ну давай по старой схеме. Давай, 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 давай. Что ты мне сделаешь? Ничего ты мне не сделаешь. Лошок. Эти два сюжета, 10 часов, финальный босс, да. Наныл, просто наныл себе. Ну что, по старой схеме, сейчас он здесь ресается. Даже пройти не могу. Сейчас ресается, я его здесь оббегу, он мне пару хитов даст, я юзаю аптечку и вот эту вот фигню. Разве охи убили на сприн? Ай-яй-яй. Да ёбаный в рот, серьезно? Ну ты и урод, конечно, да. Не ожидал такой подставы. Ай-яй, отстань, отстань от меня. Тупица. Да ёбаный в рот, ты успокоишься сегодня или нет со своими... Сколько у него шифтов? Он обычно так не делает. Убей меня сразу. Убей меня просто. Я не хочу мучиться. Что-то пошло не так в моей стратегии. Мне кажется, он будет вон за той дверью. Когда нужно будет его так сканировать. Да, да, мать свою пробьешь. Уродка. Убивай меня, убивай, убивай, убивай. Любимый сыч.
он шифтуется в тот момент, когда я начинаю прожимать рычаг. Два или три спринта сразу, просто. И ты такой сидишь, да. Он, походу, эволюционирует, он понимает, какой стратегией играю. Подстраивается под меня. Угу. Ну окей, окей, окей. Меня это наоборот подогревает, не знаю. В плане того, что не тильт, а вот мне вот прям хочется его убить. Ладно, попал. Надо к нему близко держаться, чтобы он спринт не взял. Я типа не отбегаю, чтобы он за мной не побежал, а стою рядышком с ним. Оно учится, оно эволюционирует. Это чудовище вообще. Ладно, я не буду ту стратегию. Мне, наверное, просто первый раз повезло. Я попробую его заманить куда-нибудь в другое место. Аптечку провязаю. В принципе, пофиг. Да блин, я тут... Вот он здесь резница, я из-за него пройти не могу. Сейчас он должен спринтануть, по идее. Потому что я далеко стою. Не хочет, идет пешочку. И, насколько я проверял первый раз, против него не работают минки. То есть он сразу их уничтожает своим рывком или что это у него. Ау. Ну да, ты провязаешь спринт, конечно. Блять, какое же тут удобище, честно. Иди сюда. Ой, я думал, он дальше пошел. Я разучился играть. Помогите. Ты урод. Да какой спринт? Он реально, он подгадывает момент, когда я нажимаю эту штуку. Ладно, убиваю, у меня слишком мало хп. Раньше как-то было проще дойти до Лауры, теперь вот нужно как-то его типа, второй раз одолеть. Дальше с Лауры, как обычно, меня убивают руки и начинается там все заново, как бы. У меня заряд потратился. Значит, все, что я трачу, и если я воскрешаюсь заново. Угу. Интересно. У меня все забирается. Как я понял, его не обязательно убивать с помощью этих игл, но... Это моментальный способ расправы с ним. То есть его можно убить, допустим, с РПГ, с бензопилы, просто ударами добить. Но опять-таки, слишком много времени и мороки траты. Надо его занимать ударами. Когда он делает удар, он не может спринтануть.
Мне все-таки кажется, он будет за этой дверью, когда Лаура начнет своими когтями скрипстись. Аптечку пока юзать не буду, потому что он меня реально добивает иногда. Хорошо, темного хранителя еще раз. Надо с ним оббежать эту фигню, я не хочу много хп тратить. Я все же попробую. О, он запутался, серьезно? То есть второй может запутаться? Это место, где он сейчас юзает руки. Все, я запомнил, где в принципе. Откуда они появились? Я даже с места не смог сдвинуться после катсцены. Меня просто убивает. Ясно. Появляется, происходит эта анимация, нужно просто shift нажимать. Все понятно. Это просто ужас. Так, сейчас я попробую загрузить. Потому что у меня там ресурсы. Я не хочу, чтобы у меня тратились ресурсы. Наверное, реально меня услышала. Все, я закрою рот, чтобы не ныть больше на такое. Так, что у меня тут? Да, вот у меня бензопила, три мины, все отлично. Что мне по деньгам? 5, понятно. Я вас услышал. Чтобы не расслаблялся. Все. Я буду теперь, как только появляется такая сцена, я буду вот так вот shift нажимать, отпрыгивать. Правда, меня, видите, выкидывает из-за залипания клавиш. Ой, боже мой. Что мне опять предлагают? Какую-то хрень. Кыш. Надо на что-нибудь другое поставить. У меня Е. О, я ей не юзаю. Или юзаю. Казнер, В. Снижение сканер памяти, атака. Сканер памяти, интересно. Так, ладно, а где тут у меня? Бежать. Ну ладно, придется наешь. А, ну оно двойными клавишами. Слушайте, как удобно. То есть я могу бежать на shift и уклоняться два раза на ешку. Угу. Очень удобно. Ну чё, тварь, давай, дубль 10. Я точно надолго запомню это прохождение. Оно останется в моей памяти как боль. Я потом буду вспоминать. Такой амальгам альфа. Да что? Это босс просто раз плюнуть. Два криво-болта и четыре взрывных. Так, эта тварь появится здесь. Даже пройти мне не дает.
куда она упала? А, не туда. Нет. А, дай мне пройти. Что происходит с камерой? Так, сразу Ешку прожимаю. Сразу. Я вообще не понимаю. Это какой-то ужас. Ладно. А вы там, где клетка с дочерью, пускайте. Хорошо, надо только запомнить, в каком она направлении, потому что полностью меняется мир, как в Silent Hill. Так, это было... Ага, комната с двумя дверьми. Все, я запомнил. Ладно. Сейчас реально 7 часов здесь просидим. Почему бы и нет. То есть он тоже может спринтовать. Ладно. Хорошо. Не вопрос. Ой, а, она сама оставится. Ладно. Хорошо, все. Умри. Безудержное веселье. Я Джанг, или я Траппер, не знаю, кто я. Ловлю на живца. Где он там? Ай! А, лол. Я его даже не увидел. Я думал, я в собственную трапу попался. Идти по направлению, откуда руки идут. Ну, я попробую. Они просто из рандомного места могут в это... Вскакиваешь назад, исчезает и по их следу. Ну, я попробую, но... Они просто всегда рандомно спавнятся. Просто вот, он делает эту позу... В принципе, там, где он появился в первый раз, он там слева, дверь должна быть. Так. Я как раз нахожусь в комнате с двумя дверьми. Моя дочь должна быть здесь. Но ее нет. По направлению, откуда идут руки. Понятно. Вопросов больше не имею. Как же это сложно. Вот я попробовал, типа, отскакивал назад, они исчезли, я пошел по следу. И все равно. Эта зараза меня решила проигнорить.
Я уже даже не знаю, что делать. Ладно, пошлите снова. И рычагов в том измерении нет никаких. Блин, мне вообще нужно загрузиться, потому что у меня ресурсов нет. Отвратительно. Просто отвратительно. Найдите темного хранителя. Охуенно. Так, где мой чай? Мне нужно расслабиться. Ничего, сука. Ты, вот ты, да, ты. За что? За что? Просто скажи, за что? Грустно. Короче, у меня будет такая фигня, в смысле отключения от чата, не пон. Все, отлично. Сейчас я посмотрю, может, вы там что писали. Я буду бегать не знаю сколько по кругу, пока не увижу эту тварь. Либо я буду просто бегать от рук. Я просто не знаю, сканер мне не помогает. Ничего дельного тоже не происходит. Может, просто реально бегать? Ибо это нереально. Бегать реально, потому что это нереально, да? Я мастер что-то сказал. Чего, просто бегает? А, да? Блин, грустно. Не, спасибо, Дань, за подсказочку. Я хоть теперь знаю, что делать с ним более-менее. Отлично. Потом он резается, как в катсцене. Все, короче, будем бегать тогда. Вот какое-то там у меня второе или третье прохождение. У меня неплохо получалось бегать от рук, но сейчас что-то у меня совсем не получается. Вообще, что-то Фаура забыла. Ай. Что это за мина вообще гнилая?
Уху, спасибо большое за фоллоу, очень приятно, добро пожаловать, наслаждайтесь горением и ужасным геймплеем, и не очень стримером, короче, добро пожаловать. Он успеет сюда подойти. Тварь, конечно. У меня мины закончились, что-то грустно. Я не помню, где я поставил мину. И он с помощью ударов пришел сюда. А, там аптечка есть, все отлично. Гифка фоу. Ну, я очень ко всему трепетно отношусь в плане оформления. Я не знаю, пока я не доведу что-то до перфекционизма, я не успокоюсь. Вот эту гифку я тоже искал долго. Потом я в Streamlabs настраивал так, чтобы она выезжала сначала. Потом только запись, надпись, точнее, кто зафоловился, появлялась. Умри уже. Не, это не мод, это дополнение. Наконец-то. А я умер, да? Грустно. Это не мод, это дополнение, которое палач называется. За сейфоголового. Ну, Софья, скоро, наверное, закончится рабочий день. Ура! Он спас свою дочь, при этом умер. Ой, итоговый отчет. Успешное отключение от STEM. Следуя нашим директивам, подопытный отец ликвидировал всех остальных подопытных, за исключением дочери. Вследствие чего ее память была восстановлена. Девочка осталась единственным живым существом в системе, что позволило ей вновь обрести сознание и покинуть STEM. Что касается Рувика, основной гипотезой остается предположение о том, что он покинул STEM, перейдя в тело подопытного Визерса. Этот эксперимент позволил нам сделать большой шаг вперед в понимании динамики STEM. В дальнейшем мы рекомендуем оставить девочку под нашим контролем, чтобы убедиться в восстановлении целостности ее памяти. Мы получили подтверждение гибели ее отца в STEM, хотя биологическая смерть мозга подопытного при этом не произошла. На этом мы завершаем протокол эксперимента. А, так, 82347 ВХ. Подопытный отец будет подготовлен. А, господи, подробный отчет будет подготовлен позже. Кто такой Себастьян? Себастьян — это главный герой игры. Я сейчас его покажу модельку. Да, экзекуционер пройден. Ура. Это было очень больно. У меня две смерти. Время боя с садистом. Минута. Время боя с Цейном. 5 минут. Время боя с Джозефом. Почти 2 минутки. Ну, там тоже 2 минутки. Время боя с садистом РПГ 2.30, грубо говоря. С Амальгамой 3.30. С темным хранителем 5 минут. Ну да, 5 минут. Меня напрягают эти знаки вопроса. Общее число смертей 2. Да. 2 смерти, ага. Бонус 200 монеточек. Ну это на новое прохождение, видимо. В главном меню стала доступна новая игра плюс.
Бонус за прохождение. В магазине теперь можно приобрести меч. Бонус за прохождение. В особняке появился зал для боя с Себастьяном. Вот, вот, Даня, это Себастьян. Бонус за прохождение. В подвале особняка в больничных помещениях появился последний зал казни. Ну да, сохранить игру. А мне интересно, что-нибудь еще дали? Какие-нибудь модельки? Нет? Нет? Нет. Мне только дали новую игру плюс. Ой, как-то, честно говоря, не очень в уху, потому что я интроверт, и я со своими людьми обычно играю. Ну чё, будем заканчивать? Или я могу, в принципе, зайти в новую игру плюс, потратить что-нибудь там, да зайти в зал с Кастелланосом и попробовать убить Себастьяна? Какой заканчивать? Ну ладно, я пока сейчас зайду в новую игру плюс, сейчас посмотрим, что там у меня. Вот у меня как раз сохранение. Врубай что угодно. Сейчас я посмотрю хотя бы, что за зал. И хочу купить меч себе. Я хочу меч. Так, мы это мы все видели. Можно скипнуть? Нет, нельзя. Обидно. Врубай что угодно. Я планирую сегодня еще вечером запустить. Ну, если настроение, конечно, будет. Я думаю, в ДБДшке посидеть. У меня были иглы на топоре. Я не помню. Ой, на топоре, господи, на молоте. Там же вроде архив выходит. Я, конечно, понимаю, что вам, тем, кто поудалял ДВД, это скучно, но... Я просто хочу поиграть во что-нибудь, что не имеет никакой смысловой нагрузки и никакого такого сюжета. Просто потупить. Хочу потупить. Блин, там ящик улетел в пропасть. Супротом была золотая монета. Ебаный оборот. Overwatch, например. Но меня как-то в Over не тянет. Ну, если только без стрима просто поиграть. Я просто не знаю, что там делать. Если в ДБД там можно нафармить на скинчик какой-нибудь, который мне нахрен не нужен. Ну, именно есть суть, что награда, награда за все это. А за Overwatch как-то пока что... Пока не тянет. Нет мотивации. Так, ну вот я снова здесь. Я так понимаю, мое оружие осталось. Это ж новая игра плюс, да? Да. Вот меч. ПГ недоступно, надо патроны брать. Так. Мне интересно, где зал казни с Кастелланосом, потому что я хочу именно его посмотреть. Я хочу меч. Тут что-то еще закрыто. Ничего себе. Меч. Оружие темного хранителя. Затупившийся меч можно заново заточить. Там еще и надежда. Блин. Это какой-то бред. Опять. Нужно прокачивать еще надежность какую-то. Господи боже, нахрен мне это надо? Берем меч или не берем? Потому что мне что-то не нравится, что там нужна прочность. Качать ему. Так. Вроде бензопилой не пользуюсь. Вот такое мне не нравится в играх, где оружие и степень износа. Да, мне тоже. Почему тогда мой молот не изношается? Почему? Меч имеет надежность? Молот. Да, не, сынок. Просто прокачаю урон и все. Все, он ранг 4. Отлично. Ладно, просто для контента возьму, посмотрим, что за как. И... Пока не продается. Почему? Не
Возьмем, поиграем, что там с РПГ. Вот из РПГ. Замечательно. Как выглядит меч. Вау. Вот это, конечно, круто. Здесь нет зала казни. Лол. Только в Dying Light ты сделаешь себе за... Починить максимум 3 раза можно, потом навсегда ломается конченная игра. Вот это, конечно, мне тоже не нравится. А, я так понял, меня не пустят в последний зал казни, если я не пройду заново всю игру. Что? Я хочу против Кастелланоса. Это все читал. Дайте мне Кастелланоса, я хочу его. Да, я просто хочу его убить. В конце, блин. Это мне что ли опять до конца проходить? Как-то не особо. Спидран, ну да ладно. Ачивочки надо повыполнять еще. Там 10 штук скрытых, я так понимаю, это все к дополнению относится. Так. Я пока тебя мечом не буду убивать. Когда проход в картину откроешь, блин. Почему так? За что? Ну, все очень просто, я привык так жить. Обычно люди отталкивали меня, я больше не доверяю людям. Все просто. Я вас обоих очень люблю, вы чё? Это как сказать матери, кто твой любимый ребенок? Этот или этот? Вот так я говорю с вами, что выбирать, кто любимый, кто не любимый. Я вас всех люблю, я общий, всё. Куда бы тебя потащить? Интересно, его можно сбросить с высоты? И вырвется ли он? А ну пошли со мной, моя прелесть. Ну, выкинуть его здесь не получится. Голос с высоты скинем. Падай. Понятно. Ну почти. Ну почти, почти, почти. Что, приемный не любит меня? Да ладно. Ну чё, меч, давайте. Вот это, конечно, урон. По-моему, мой молот больше наносит ему, чем этот меч. Ну да, он быстрее, но мне все равно не очень нравится вот система износа. У меня прям вот глаза мозолит, я не могу. Чтобы вы понимали, вот это вот прохождение заново игры The Evil Within, оно по КД, вот, то есть новая игра плюс, ты должен заново всю вот эту хрень проходить, и так всегда. Знаешь, когда на даче был, я 3 раза прошел сюжетную линию, вот тупо 3 дня подряд. Первый день один раз прошел, второй раз, третий раз. Только с разными условиями проходил. Надо было пройти в первый раз мне, прокачав все оружие и пособирав все. Второй раз, я, по-моему, нужно было мне пройти быстрее, чем за 5 часов. А третий раз я не помню, что я проходил. По-моему, на сложности повыше.
И за Кидман я тоже два раза перепрошел все дополнения. Там нужно было на сложности Акума, где вообще нет света, проходить. Увеличение урона наносимого при каждой успешной атаке мечом. Да. Да, да, да. Как говорит Даня, дап, я уже потратил все. Я лучше он мину прокачаю, чем вот это вот говно. Я хочу просто с Кастеланосом подраться. Мне интересно, что там такое-то. Пройдя зал казни, вы сможете получить знаки памяти. Так, зал казни. Я надеюсь, ты тут самый. Ну а вдруг здесь Кастеланос появится? Хотя вряд ли. Нужно убить противника стулом. Понятно. А им как в жизни? На. Я просто не знаю. Там уже 18 видов мучений нужно принести. Я просто не знаю, что нужно делать. Как еще можно убить противников? Понятно. Ох, ну тут тварь. Походу нельзя стульями убивать. Печально. Чмо. Ладно. Кастеланос будет драться вместе с Джозефом. Уф. Так, надо гранатомет. Тоже мне казнь. Серьезно? Просто убился. Отстань! Так, где мой гранатомет? Ну, кто? 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 Кто на меня? Не-не-не, на него патроны очень дорогие, я, пожалуй, оставлю. Пока что. Расчленить врага мечом. Вау. Все, по-моему, меч износился. Нет казни убить врага другим врагом. Нет? Допустим, с мечом я сделал казнь. С РПГ нужно. А еще что можно придумать? Это дневники. Это стенограмма. Так. Вращающееся лезвие есть. 6 мучений. Ладно, слишком сложно. Ладно, я, наверное, пройду вот эту вот зал казни и закончу, потому что не вижу смысла. Плюс меня тут пока не отвлекают. Мне приходится постоянно вырубаться. Ненавижу. Да, к сожалению. Ну, еще вечером я подрублю. Вечером увидимся. Но сейчас пока что да. Вот.
Я закончу. Я не знаю даже, кидать вас кому-нибудь или нет. Сейчас посмотрю, есть кто. Да нет, никто такой не стримит. Хотя нет, стоп. Там, по-моему, Клоунелли стримит, да? Да. Сейчас мы вас отправим Мани Анели. Вот. Так что забегайте в рейдик. И увидимся тогда вечером. Оформите нас тогда. Да, хорошо. Сейчас. 4 секунды, и я вас отправляю в рейд за 250 поинтов. Все. Люблю, целую.